выросли, направление деятельности администрации города все-таки с приходом нового руководителя, когда вы планируете, чтобы все-таки здесь был наведен, но определенный не просто порядок, а видение, перспективы развития этого всего и функционирование того, что уже было создано, чтобы это не восстановить, не утерять то, что уже было. Я уже не говорю сегодня про молодежный совет, я не говорю сегодня, этот вопрос у меня остается, просто сдвигается на 2 недели или чуть дальше. Я не говорю о том, что мы предлагали в области трудового воспитания, помните, выйти с предложением администрации Шсибагро наладить, чтобы у нас не только отряды трудовые СОЭК были, но и такой компании, как Сибагро, поучаствовать могли. Ну и ряд других вопросов в части молодежной политики, которые мы здесь обсуждали, это и обратная связь, это и проведение тех мероприятий, которые интересны для молодежи, обсуждение. Ну, то есть вот весь блок этот надо из руин начать восстанавливать. Восстановим, просто дело не быстрое. Восстановим. Ну, согласна, но просто ребята молодые сегодня, у них возраст вот, длится не так долго. Вот когда были на мероприятии студенческий бал, они же все горят, все активные, все чего-то хотят, готовы. Поэтому нам надо быть с ними